Двухдневная встреча глав МИД стран Большой Семерки стартует сегодня в Хиросиме. В японский город, который подвергся атомной бомбардировке в 1945 году, прибыли министры иностранных дел Великобритании, Италии, Канады, США, Франции, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерико Могерини. На встрече дипломаты обсудят борьбу с терроризмом, проблемы безопасности мореплавания и ядерного разоружения, а также внимание будет уделено ситуации на Ближнем Востоке и Украине. По сообщению японских СМИ, Токио также поднимет вопрос Южно-Китайского моря. Повестку дня форума прокомментировали в КНР. Министр иностранных дел Ван И предостерег участников совещания от излишнего муссирования темы Южно-Китайского моря. По мнению дипломата, некоторые страны ставят на первое место политические цели, исторические территориальные споры или вопросы суверенитета. Все это оказывает неблагоприятное влияние на региональную стабильность.